В центре Екатеринбурга на улице Пролетарской произошел пожар. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Очевидцы услышали громкие хлопки и поднялся столб дыма. В городе чувствовался сильный запах гари. По словам МЧС, на момент прибытия спасателей людей в здании не было. Предположительно, пожар произошел на чердаке, и причиной стало неосторожное обращение рабочих с огнем. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал.